тебе волыну реальную, конкретную. А там уже... ты что здесь делаешь? Бугром заделаюсь, сам командовать буду. Ну, короче, перетирают два кровососа, один другому такой. Ты, короче, как на сталкера охотишься? Тот ему: ну, короче, замечаю сталкера, потом вокруг него такой большой круг делаю, через 5 минут маленький, и только еще через 5 минут нападаю. А первый так: тю, я что-то не догнал, а в чем вообще прикол, кореш? Нафига ты эти круги? Типа ж по-любому можно сразу мяска захавать. А второй такой: типа, не, брателло, ты тему не сечешь. Наехать сразу можно, не вопрос. Только тогда придется его с говном хавать. Ёлка, сама мама уже голодным бегать. Хавать охота. Ой вы, это... Ёлы-палы. Не, у меня сейчас в натуре бэбахи с голодухи в узлы завяжутся. Кореш, мне сейчас не до тёрок. В угру типа виднее, но, бля, лучше пацанов спросил. Не, ну реально, на свалке лохов трясти по-любасу наваристей. Нету жизни, блин. Нигде нету. В городе менты шмонают, тут салабоны гоняют. Волына это, конечно, хорошо, только бугор как дал, так и отобрать может. Не, ну твою мать! Ну нельзя ж только ничего не топтать! Хоть бы косорылых каких Ну рассказывай, я весь внимание. Заходи, мэн, отдохни с дороги. Не, нельзя с ними по-хорошему. Ни с армией, ни с долгом. Не хотят они по-хорошему. Они нас убивают, и мы их убивать будем, чтоб дошло. Отстань, любоп... Подходи!
Покедова! Что скажешь, брат? Ох, и страшно на белом свете жить. И зачем я только из мамочкиного пуза выйду? Сломалось что-то? Будь здоров, парень. В общем, выкладывай. Так материться будет. Подходи, пообщаемся. Подходи, сталкер, поправь.
Всегда рад послушать тех, кому есть что рассказать. Ну рассказывай, я весь внимание. Thank you.
Эти-то из долга так запарили, что уже совсем. Сами по-человечески не живете, но и хрен с вами. Дайте другим хоть не мешайте. Фанатики хрена. Вот ведь люди, а? И что за создание? Хуже зверей, ей-богу. Даже тут. Тут задница друг другу каждую минуту.